27 число, 17:32. Монтаж полным ходом. В животе что-то ощущение какое-то не очень. Ну сходи, пробьюши, думаю, пойдем, идем нас. Колян, как всегда, очень добр. Так, монтаж полным ходом. Я уже запарился конкретно. Буду урезать и сокращать, лишь бы быстрее все выложить. Ну а сейчас надо немного отдохнуть, развеяться. Сходить, подышать свежим воздухом, благо погодка у нас. Так, где мобильник? Я положу мобильник. Ладно, сейчас нагуглим погодку. Так, Ленск, погода. Чего нам? Минус 38. Страшно уже от одних только цифр. Ну, правда, вчера было минус 42, я в соседний магазин ходил. Я охренел, там еще и ветер был. А еще под низ не надел, так кофту дополнительный своего балахона этого толстовочки. Какая-то здесь вообще прочная, прям серьезная. Сейчас ее надену и пойду в магазин прогуляюсь. Заодно на площадь заскочу, посмотрю, что там да как. Ну а вечером там, если настроение будет, может даже постримлю. Посмотрим, как оно дальше будет. Сейчас 6 вечера уже, вот такая темнота стоит. Нам будет потом с этого же ракурса, где-то в июне или в июле, заснять, как светло будет здесь. Скорее всего, еще даже солнце подсветить. Ух, холодно-то как. Вот Дед Мороз встречает дудением, прямо на входе в магазин. Вообще шикарно сделали. Пойдем в магазин. Здравствуйте. А, ну я в больничном отпуске был. Камера аж дрыгаться начала. Почему-то, не знаю, из-за мороза, что ли. Не дрыгайся. На площади, конечно, красиво. Но чертовски холодно. Камера, похоже, охреневает от мороза. Я не знаю, что с ней. Надеюсь, она не сломалась. Ну, в эту сторону поворачиваться. Холодно-то как. Рука уже задубила. Пора, наверное, валить домой.
Ну, оформили, да, красиво, но еще бы обогреватели сюда здоровенные поставили, было бы вообще офигенно. Ага, рука! Я все без это, без варежки на голую руку. Я его сейчас в левой руке держу фотоаппарат. А правая под мышкой греется. Ну дубак вообще зверский. Или вот минус 30 с ветром, это самая беспощадная погода. Я не знаю, какая моча мне в голову ударила гулять тут в такую погоду. Может, скучно стало, экстрима захотелось. Какой нахрен экстрим в таких погодных условиях? Это жесть. Нельзя так делать. Надо дома сидеть, отогреваться. Но я захотел сливок. Сливок с брусникой. Оно того стоило. Мне очень повезло, так как рядом был Дом культуры. И, к счастью, он был открыт. Там какое-то кинцо транслировалось. Я зашел, погрелся, там постоял в фойе. Ну и отогревшись, поехал дальше. Морозы эти гребаные, чтобы их так и наперекосяк. Ужас просто. Суть в том, что погоди, холодно, пытаешься согреться, пытаешься ускоряться, забегаешь в магазин, там тебе жарко, там потеешь, выходишь из магазина, тебе еще холоднее. И так по цепной реакции из каждого магазина, здания, где бы там ни остановился, погреться. Еще холоднее становится. Я, короче, из ДК решил на такси доехать. Слегка вспотел. Ну что, сейчас помоюсь. И можно будет десерт приготовить. Разложился. Сейчас лишнее уберем и приступим к изготовлению этого чудо-десерта. Так, не знаю, наверное, многовато налил. Пробуем взбить. Взбивайте осторожно. Во-первых, брызги. Во-вторых, сначала взбитые сливки загустеют, а потом опять будут становиться жидкими. То есть нужно будет не проморгать этот момент. Промучившись со взбиванием несколько минут, я понял, в чем был мой обосрамс. Я взял простые сливки. А нужно было сливки для взбивания. Именно те, которые для взбивания, они превращаются в кремушек. А эти будут просто с такой вот пенкой. Черт, ну, дерьмо случается, ладно. Благо у меня хоть йогурт есть. В него буду фрукты, эту, брусничку опускать. Да и фрукты тоже. Фрукты, кстати, хотел с этим, со сливками. Наверное, уже в другой день как-нибудь куплю. Но мою ошибку не повторяйте. Тут должно было быть написано сливки для взбивания. Он просто ультрапастеризованные. Да, надо же было так проколоться. Ну. Ничего страшного. Ошибки случаются. Жизнь на этом не заканчивается. Ну, я хочу сливки для взбивания, но сейчас уже поздно куда-то идти. Блин. Как говорится, нет худа без добра. Внезапно, когда я добавил бруснику, сливки стали превращаться в какое-то подобие крема. Все-таки получится у меня моя задумка. О, да. Сейчас вот еще бананы помакаю. Но взбитые сливки все равно надо будет потом купить. Отдельно записать видос.